Возможная отмена массовых мероприятий ко дню города 5 августа также стала одной из тем оперативного совещания правительства региона. От лица жителей областного центра с таким предложением выступил мэр Белгорода Юрий Голдун. Статистический анализ показывает высокий уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Только один ковидный госпиталь на базе 2-й городской больницы принимает таких заболевших 4 раза в неделю. Поступление в стационар 56-62 человека в сутки и выписка 35-55. То есть на прежнем уровне сохраняется большая загруженность реанимационных отделений. Кроме этого, обращений жителей по соцсетям высказывают свою обеспокоенность этой ситуацией. Сегодня срочно подготовим обращение в Роспотребнадзор с просьбой максимально быстро нам предоставить свои рекомендации. Юрий Владимирович, тогда до среды и в среду окончательное решение тогда будем принимать. Отметим ранее, с просьбой отменить массовые мероприятия ко дню Прохоровского сражения 12 июля к Вячеславу Гладкову обращался областной совет ветеранов. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, праздник тогда прошел с соблюдением ограничительных мер, а в музеях был выходной день.